Я думаю, что первая причина, почему люди не становятся богатыми, они просто этого не хотят. Они не понимают, зачем им это нужно, и не понимают, как к этому прийти. Но и самое главное, причина богатства – это ваше стремление, желание поменять собственную жизнь. И чем больше вы ее меняете, тем выше планку вы раздираете, тем богаче становитесь. Потому что все прекрасно понимают, что прожить можно и на $1000. Да, у кого-то минимальный прожиточный минимум составляет $500 000, да, в месяц. И при этом эти люди одинаковые люди. Поэтому чем выше планку вы себе ставите, тем богаче вы становитесь. Это очень важно.